Лас-Вегас – город на западе США, в штате Невада, административный центр самого южного в штате округа Кларк. Город расположен в центральной части пустыни Мохаве. Согласно переписи населения 2010, его население – 596 424 жителя, а всего в агломерации Лас-Вегаса постоянно проживало 1 951 269 человек. Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира. Всего на территории Лас-Вегаса сосредоточено более 80 казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество фешенебельных отелей. Основные казино и отели расположены в историческом центре города вдоль улицы Фримонт-стрит, английский Фримонт-стрит, в даунтауне, а также в нескольких милях южнее на Лас-Вегас-бульваре, английский Руск. Центральная улица города, идущая с севера на юг, самую оживленную часть которой, 4 мили от отеля «Стратосфера» в самом Лас-Вегасе до отелей в пригороде «Парадайз», называют «Лас-Вегас-стрип» или просто «Стрип», английский «Т-стрип». Многие компании с мировым именем выбирают именно Лас-Вегас для проведения презентации рекламных кампаний. В большей степени это обусловлено направленностью услуг многих отелей, где подобная услуга является нормой, и не существует проблем при реализации крупных проектов.